Привет, ребята, вы на канале Команда Котики. Санечка, как всегда, Олечка. Я люблю потрындюнька, но я не трындю. Потрындюнька, да? Да. Много поговорить. Да. Сегодня мы будем играть очень такую обучающую, да, игру. Называется «Испорченная вечеринка», но там будет хэппи-энд. Все закончится замечательно, да? Хэппи-энд, да. Так. Ну, я тут уже начала, давай. Да, мы уже эту игру прошли и хотим показать вам. Друзья Гиппо пришли на секретную поляну сказок, где они рассказывают друг другу интересные истории. Очередь дошла до Гиппо. Ой, как много нас сегодня! А давайте посчитаем, сколько нас. Первую кошечку считай. Считай кошечку. Раз, кошечка Эмили. Давай, Олечка, считай их. Нужно посчитать. Два. Жираф Матильда. Ну, помедленнее, помедленнее. Да. Четыре. Жираф Денис. Денис? Пять. Енот Луи. Луи. А шесть. Это? Гиппо. Гиппо. И последний – собачка. Семь. Песик Марк. Марк. У нас ровно семь. И я знаю чудесную сказку. Давай, расскажи. Дракон и семеро друзей. Давай послушаем. Я стала динозаврика. Ух ты. Тут того динозаврика никто не хочет, и он обиделся, если я как-то такой. Не то. Нет. Попробуй осьминожку. Рыбку. Отлично. Довольный побежал, да? Тык-тык-тык-тык-тык. Осьминожку Гиппо. А, нет. Хочет супергероя. Супергероя кошечки? Не. Здорово. Гиппо хочет грузовичок. Грузовичок. Гиппо. А Гиппо это мальчик синим, по-моему, да? Давай. Отлично. Как ты не там удаешь? Отлично. Джим хочет самолетик. Самолетик. Замечательно. Жираф Денис хочет суперзлодея. Тебе какой шарик понравился, Оля? Суперзлодей. Суперзлодей? Да, он прикольный. А я бы хотела шарик с цветочком. Я бы вообще хотела того динозаврика. Да, так. Слушаем сказку. Все шарики разобрали, но маленький дракон оказался никому не нужен. Ой, как-то... Ему стало грустно. Чего? Он очень хотел, чтобы с ним поиграли, но его никто не выбрал. Надо было кому-то взять дракошу, да? Со мной не хотят играть, потому что я очень маленький. Ну что же делать? Надуй себя. Да, часто с маленькими постарше не хотят играть детки, правда? Ага, вот что мне нужно. Он кто мне поможет стать большим? А ну-ка, ну-ка, что у тебя получится? Оп. Оп. Носочек к хвостику, да? Надуй динозавра. Давай, давай. Ой, может, хватит? Оля, хватит. Смотри, это же какой-то Годзилла. Оу. Вот сейчас я и поиграю. Думает, если он большой, он найдет друзей, да? Да. Да, если он найдет... Круто! Ты прыгала когда-то на батуте, Оль? Да, прыгала. И как тебе? Ну, тебе эта пара кружится. Сальто, сальто, сальто. А жирафики летают. Да, жирафики летают. Ага. Вот так. Глянь. Глянь, там даже дерево закрутилось справа, видишь? Ой, что это? Это динозаврик. Вот. Ой, он сейчас поломает батут. Давайте поиграем. Я бы тоже такого большого убегала, да? Так, тогда я всех вас пойду.
поймаю, посажу в клетку и заставлю играть со мной. Нет. Я не бегаю. Мам, только давай за динозаврика, кидайся апельсинами в нее. Вау, давай. В нее, не в динозаврика? Мам, динозаврик же бей. Ау, бедненький динозаврик? Угу. Ну давай в других тогда кидаться. Давай, Оля, давай. Ты стеснись в него. Тыщ. Получай, беги. Беги. Кто у нас? Суслик? Только в котика не надо. Это суслик? Когда будет... Нет, это енотик. А-а-а. Только когда будет кошечка, кидайся в него. А давай в динозавра один раз. Да, давай. Нет, не догоняй его, Ой, давай ты, давай, в жирафика. Вау, убежала. Ой, щенок. Щеночек, давай я. Давай. Побежал. Да, беги быстрей. Все разбежались? Нет, еще киска твоя, Оль. На-на-на-на-на. Нечего киску догонять, ей и так страшно. Да? Какой ты несчастный динозаврик, мне его жалко. Ну, он один грустит, все его большого боятся. А может, он хороший? Ну, ладно. Он очень хотел поиграть, но как только дети его замечали, они убегали прочь, а дракон никак не мог их догнать. Но однажды дракон увидел, как в гости к маме Джози пришли дети. Да, давай. Ладно, дети, я схожу в супермаркет и куплю угощение каждому из вас. Джози. А вы пока Джози. Джози. Мама Джози. Это, наверное, его и ее. Наверное, да. Гипопотамчики-то ее детки, а остальные в гости, что ли, пришли? Целая братва? Наверное, садик закрыт. И во что мы сейчас поиграем? А давайте будем рисовать. Да, рисовать. Рисовать, значит, будут. Замечательно. Кто сейчас будет рисовать? Кошечка. Кошечка. Давай, рисуй кошечку. Что, кошечка, нарисуешь? Давай. Это у нас... Как ты думаешь, что? Я думаю, елочка. Елка. Похоже на елку, да. Это елочка. Действительно, елочка. Скоро же Новый год. Угу. Да? А-а-а. Красивая елочка. Кто сейчас будет рисовать? Я буду вот этим енотиком. Да. Да. А ну-ка, кто енотик нарисует? Ой. Он что, влюблён? Да, я тебя люблю. Нет, это он, наверное, кошечку любит. Кошечку. Кто будет следующий рисовать? Я ж первая стою. Ну да, давай. Хозяйка дома. Это у нас получилось. Звёздочка. Действительно. Я думала, что кошечка рисует звёздочку. Пам-пам-пам. Порисовали, да? Кто сейчас будет рисовать? Теперь я! Ты? Ну, давай. Не расстраивайся, Джим. Мы вытрем краску, пока она не засохла. Ой, это будет нелегко. Давай, попробуем? Да. Мочалочкой, да, губочкой. Три. Оп, оттерлась фотография. А тут что у нас? Ну, я хочу эти ручки. Давай, старайся. Это не натирается. Не натирается. Наверное, по очереди надо. Это что? Маяк, да? Маяк. А это ладошки, вазочка, ладошки. Цветочки. Ладошки. Оп, чистенько. Ой, но на столе осталась краска. Ну да. Попробуем оттереть? Ну да. Давай. Идите, возьмите губку. Давайте, нечего прохлаждаться. Вытираем, помогаем все. Чего стоим по бокам, смотрим. Ей! А большой дракон все это время наблюдал за друзьями. Угу. Как хорошо и весело играют ребята. Вот с кем я хочу поиграть. Мне нужно попасть в дом. Завидуют, тогда да? Они от меня не смогут убежать. Разработал хитрый план. И дракон постучал в дверь.
Бум-бум-бум. Кто стучится в нашу дверь? Кто там пришел? Это я, ваша мама. Нет, твой голос не похож на мамин. Действительно, не похож, да? Или похож? Похож голос на маму? Не похож. Нет, не похож. Дракон так разозлился, что принялся пугать всех в лесу. Всех распугал. А ты представляешь, сидишь на пикнике, и такое чудище приходит. А ну-ка. Кушает. Алло, алло. Кто там? Кто там? А ну-ка. Он вкусняшки любит, давай его покормим. Что, ананасик берем? Ну, называй, что ты чем кормишь. Ой, это... Да, помидор. Мама, это не помидор. Редиска. Сэндвич. Лопух никак не дойди. Кексик. Опа. Это что? А ну-ка, чего тут у нас? Силок. Это же планшет, подключенный к интернету. Сейчас я скачаю из интернета голос мамы Джози. Какой хитрый. А ну-ка. Это не мама Джози. А, не похоже. А это твой. Не, мама Джози. Не похож? Не похож. Не похож. А этот? Не мама Джози. Тоже нет. Привет, это мама Джози. Откройте, ну? Я принесла вам много вкусного. Вот она. Привет, это мама Джози. Это мама Джози, привет. Я принесла вам много вкусного. Теперь большой сердитый дракон может говорить голосом мамы. Да. Похож. А ну-ка, пришел. И каковы его успехи будут, как думаешь? Пустят его? Пустят? Пустят или нет? Мама не могла так быстро вернуться. Посмотрю-ка я в глазок. А ну-ка, кто там? Это мама Джози? Да нет же. Вижу. Ты не мама. Не мама. Видишь, какие хитрые. Догадались в глазок посмотреть, да? Недовольный. Взяли стульчик, поставили и посмотрели. Угу. Что он придумал? Но дядя енот понял, что дракон задумал что-то плохое. Что-то плохое, да? И захотел надувать шарик. Слушай, история так развивается. Точно как спор про козочку, да, про волка и синего козля. Да. Набери громче. Угу. Давай. На, по-вовсе. По всем подряд можно. Давай. Убегай. Смотри, дракон с другой стороны. Давай. Пиу. Смотри, я ему прям в хвостик попадаю. Фух, убежал. Нет. Оля, давай, помогай. Давай. Он сам бежит. Нет, надо его спасти. Фух. Воу. Нет. Не получается. Все, поймал его. А ну-ка, каковы его успехи на этот раз? Как думаешь, пустят? Пустят или нет? Угу. Ну, угу. Громче говори. Пустят. Пустят? Ура! И ты бы пустила? Мама пришла! Я бы пустила. Да. О, это же дракон! У мамы есть ключи. Беги, прячься, кто куда, смотри. Попрятались все. Найди, ребят. А ну-ка, кто где, найди их, Олечка. Кошечка сама последняя. Ой, поймал. Вот это лапище, смотри. О-о-о. Кошечку только не забирай. Забираем кошечку тоже. О, смотри, малыш выбежал. Лови. Почему ты кошечку забрала? Ну, потому что так по игре. Всех надо забирать. И малыша ловить надо. Смотри, не может поймать. Глянь, самый маленький, да? Играет. Да. Дракон не может
Нет. Он для него слишком быстрый. Не может. Мне хватит и шестерых, ребят. Смотри, решил этих забрать, да, а малыша оставить. А ну-ка, что тут? А в это время мама Джози покупала детям угощение. Я хочу этот шоколадный торт с клубникой. Что там хотели ребята? Так, подожди, список у нас есть, видишь? Давай, все по списку. Называй, что берем. Стой. Отлично. Пирожники. Отлично. Бутерброд. Ну, называй. Яблочный отлично. Сок они хотели. Угу. Да, что еще будем брать? Ананасик они не хотели. Ах, да, молочко. Молочко. А ну-ка, тут надо что-то? Бекон. И арбузик. А какую воду? Банановую, да? Банановую. Опа! Ну вот, ой, опять этот тортик вкусный. Тебе какая сладость там понравилась больше всего? Мне там понравились кексики. Кексики? Вот эти с вишенкой, да, которые? Да, кексики. Так, сколько насчитала? Смотри. $16. Держите, тетенька, в денежку. Оп! Да? 16 дали. А ну-ка, сейчас придет она домой. Что увидит? Есть там ее непослушные детишки? Но кроме Джи здесь никого нет. Джи рассказал маме про хитрого дракона. Надувной, говоришь? Возьму-ка я это. О, это что? Шпилька. Для чего она ей для дракона? Шпилька. Что она удумала? Лопнуть. Да мне как-то жалко ее. Дракон заставляет пил. Дети его очень боятся. Мама пришла, сейчас она с ним разберется, это да? Это кто тут обижает моих детей? Мама всегда за своих детишек заступается. Будешь плохо себя вести, проколю тебя булавкой, и ты мигом лопнешь. Ага. Меня никто не любит. И никто со мной не хочет играть. Бедный дракошек. Бедный я, бедный дракон. Не плачь, дракон. С тобой не хотят играть, потому что ты очень большой и страшный. Сдуйся немного, стань меньше, и у тебя сразу появятся друзья. Ну-ка, попробуй, Моль. Да. Давай. Жми на пробку. Нажимаю. Ух ты, смотри, улучшается. Вот так уменьшается, да? Еще? А ну-ка. Вся братва собралась. Да, вот теперь детки не боятся его. Дракон стал маленьким. Теперь его никто не боялся. Да? У детей появился новый друг. Замечательная история, правда? Так и заканчивается эта история. Ребят, напишите нам в комментариях, как зовут вашего лучшего друга или подругу, да? Да-да. Лучшая подружка нашей Оли. Да, Даша, она у нас на потолку живет. Да, живет на этаж выше. Да, мы на третьем, она на четвертом. Да, поставьте нам пальчик вверх и ждем ваши комментарии. Да. Всем пока. А мы снимем еще два видео.